Нашла. Снимаются все маски и голограммы, фантом пристает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Знаешь, она исчезает. Она исчезает. Я даю команду силам его намерения, притягивается к своему биороботу и становится рядом. 1, 2, 3, да, будет так, а так и есть. Любое воздействие снимается. Тонкая копия притягивается к биороботу. Сними еще раз маски. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Эрна выходит из биоробота, становится рядом. Все голограммы притягиваются, становятся тоже рядом с ней. Оригинал ставлю, маячок зеленым цветом загорается. Копии красным. Знаешь, она вышла, она такая замученная. Вокруг нее голограммы исчезают, появляются. Много голограмм? 2. Хорошо. На 4 выставляя сетку. 1, 2, 3. Все эти две голограммы летят в нашу сетку. 1, 2, 3. Готово. Защищая физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта, берем Эрну в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Эрны и этими голограммами в сетке поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо. Отправляя голограммы в клетку-тюрьму, мы приветствуем Эрну, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она меня слышит? У нее руки связаны, она дергает веревками, показывает. Влад, разрезай эти веревки и отправляй эти веревки в клетку-тюрьму, в отдельную клетку. Готово. Хорошо. Мы ждем ответа от Эрны. Повтори вопрос. Мы приветствуем Эрну, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она очень равнодушна. Равнодушна? Да. Она замученная. Она боится поверить кому-то. Эрна, я вам объясняю ситуацию. Если вы нам сейчас не ответите, я буду вынужден вернуть вас назад в ваш биоробот. Если вы не хотите чистку... Вы мне сможете помочь. Вы обратились к нам за помощью. Мы для этого здесь и собрались, и сейчас мы ждем от вас разрешения на то, что вы попросили. Я разрешаю. Хорошо. Я даю команду. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Эрны под ногами 360 градусов тюрьму и становится ее заложником. Одновременно выстраиваю каналы от 2 голограмм и веревки на ее руках. Да, будет так, а так и есть. Давай сразу не черт. Черт. Хорошо. Поехали. Инсектоид. Инсект? Кто-то мимикрирует, Вера? Сейчас строятся каналы. Зрение четкое, ясное. Все каналы выстраиваются, сущности притягиваются. Снимаются все маски и голограммы в клетке, все пристают согласно своему эфирному коду ДНК. Кто не пристает, я их сжигаю сразу. Спрут у нее. Но вот тот, кто ее мучает. Да. Гуманоид выше. Отлично. Есть еще кто-то. Ждем. Никто не воздействует на тебя? Нет. Это этот... Грей. Грей? Рептилоид. Сколько Греев? 2. Они очень расстроены. Голограммы их. О, Грей, вы действительно сегодня попали. Вы реально попали. Она плачет, она их видит все. Считай цифры над головой рептилоида. Эрна, я обращаюсь к вам. Слушайте, пожалуйста, только мой голос. Это наша работа. Мы вас защитим от этих сущностей. Все, кто вас мучили, сейчас стоят в клетке. Вам не стоит плакать. Единственные слезы, которые допустимы, это слезы радости, что наконец это все свершилось. Сейчас мы начнем устанавливать причины и узнаем, сколько они вас сидели, как они на вас воздействовали. И, соответственно, будем потом принимать решение согласно вашей воле, как мы с ними поступим. Вы все поняли, Эрна? Она говорит, хорошо, я вам верю. Верьте, пожалуйста, нам. Так, считай цифры над головой и черта. 4. Он тоже напуган. Правильно делает. Инсектоид, сколько ты находился в этом биополе? Он большой, он хрюкает. Сейчас пытается посчитать. 10 лет. Значит, в ней находится инкубатор твой, да? Ножками топает. Думаю, да. Инсектоид, твое топание ножками — это да,
или нет, чтобы я неправильно вдруг тебя не понял. Кивни головой. Хорошо, черт, сколько ты находишься в биополе? 3 года. Как ты вообще зашел с 4 герцами в биополе человека? Я вот не пойму, черт, объясни мне. Это чисто... Она болела, у нее опустились вибрации аж до 4 Гц? Да. Бред. Что значит бред? Объясни. Бреду было. А, бредовое состояние. Понятно, да. Хорошо. Спрут, сколько ты находился в этом биополе? Мы тебя даже на фотографии увидели. 23 года. Ты делала из нее спрута? Увлажняла на ее. Хорошо, ты понимаешь, что сегодня все это заканчивается, и тебе придется все выравнивать. Как ты это будешь выравнивать, твое воздействие за 23 года, мне пока непонятно. Но если ты не уберешь все, что ты оставил, и не исправишь, что ты поломал, я поломаю тебя. 23 года – это очень мощное воздействие. У него тоже инкубатор. И у него инкубатор. Хорошо. Так и шло. 2 инкубатора. Инкубатор. Записал. Хорошо. Так, гуманоид, как долго ты находился в этом биополе? Расканирую его. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Это гуманоид, он стал выше. Это гуманоид, он стал выше. Откуда ты гуманоид? И ты будешь отвечать на мои вопросы или мне начинать воздействовать на тебя? Будет отвечать. Так отвечай, откуда ты пришел и как долго ты сидел? Он с планеты Нибиру. Нибиру. Хорошо, знакомо. Наверное, сотый у нас уже с Нибиру. Сколько ты находился в этом биополе? Подожди. Хорошо. Это не планета, это звезда. Звезда Нибиру, хорошо. Это меняет что-то? 15 лет. 15 лет, хорошо. Почему так долго ты находился в этом биополе? Почему ты так кошмарил человека, гуманоид? Ты бесчинствовал, ты знаешь в ее биополе? Это называется слово бесчинство. Он отсасывал от него, у нее энергии. А, то ли живо, то ли жизни, что-то слово идет. Хорошо. И не хотел искать другое. Ну, знаешь, отлично. Как костный мозг это для него, он забирал вот эту энергию. Очень важный продукт для его деятельности. Он на нем вырос. К сожалению, другую половину жизни ты проведешь в другом месте, не сможешь больше пользоваться такими энергиями, гуманоид. Сегодня будет расплата. Сегодня ты получишь счет за все эти энергии за последние 15 лет. Я узнаю все причины, я заберу все энергии, которые ты украл. Если ты будешь меня обманывать или будешь пытаться что-то тормозить, я просто тебя сожгу в этой клетке без разговоров. Наполнял он ее взамен как водой какой-то вот. Желе. Отлично. Вот это все мы сегодня сделаем реверсом назад. И ты ответишь за все свои поступки. Так, кто связывал руки? Кому канал идет от веревки? Надо ответить. Загорается красный маячок или зеленый? Любой. Инсектоид. Инсектоид. Ты связал человеку руки? Ты что, паразит? Именно. Отлично. Инсектоид получает удар 100 тысяч герц. Да, будет так, а так и есть. Предвкушение того, что с тобой сделаю сегодня. Ты кто такой, паразит, руки связывать в человеческой душе? Он очень уютно себя чувствует. Не уютно, ну, уютно, понятно, уверенно. Уверенно, хорошо. Безнаказанно. Вот, как ты ошибся, представляешь? Вот оно, наказание пришло и стоит перед тобой. Он тоже большой, он тоже вырос там. И что, это оправдание? Связывать руки? Они все росли в ней. Кто питались они? От нее чем-то. Ну, все, гуманоид, инсектоид, спрут. Они огромного роста все. Кто из них большой? Все. Инсектоид, он стоит на лапах, и у него огромный живот, как у жука. Хорошо, будем уменьшать их сегодня в процессе нашей работы. Так, Грей, 2 голограммы – это уже перебор. Какие энергии вы воровали в эти голограммы? Человеческие. Нет. Человеческие энергии вы воровали? Ой, ну все, Грей, вы перешли границы реально. Можете сделать ментальный запрос в свою цивилизацию, узнать, куда вы попали. И сразу узнаете, что с вами случится сегодня. Это будет они печать. Не то, что их воровали, они синхронизировали с голограммой, чтобы голограмма была четкая копия, туда вносились человеческие энергии. Будем разбираться, сколько вы находились в биополе?
Они недавно пришли поэкспериментировать на голограммах. Искали Первое канал. предупреждение. Если вы не будете отвечать на мои вопросы прямо, как я их задаю, я не задавал вопрос недавно. Я задал вопрос, сколько вы находились в этом биополе? 3-4 месяца. 3-4 месяца. Хорошо. Считай, пожалуйста, цифру у рептилоида над головой. 84. 84. Лаборант. Лаборант. Значит, он Грея. Кто был главный, рептилоид или Грея? Рептилоид, это ваш? Рептилоиды принесли конструкции, голограммы. Технический вопрос за рептилоидами. Отлично. Хорошо. Я просто спрашиваю, кого мне сегодня голограмму это устанавливать и включать ее на отсос энергии до 90%? Рептилоиды или в двух Греев? Или в вас троих? Саму подключку делал лаборант. Лаборант. Хорошо. Значит, это делал рептилоид. Хорошо, рептилоид получает удар 100 тысяч герц. Да, будет так, а так и есть. Я сегодня узнаю, как это все действовало. И ты это на себе испытаешь, как это чувствуется, когда на тебя воздействует голограмма. Говорит, что он ни при чем, он выполнял задание. Слышишь, кто выполнял задание? Рептилоид. Все. Для меня этого достаточно. Меня не интересуют твои команды. Меня не интересует, какой тебе генерал дал какую команду. Ты был найден в этом биополе. Ты будешь отвечать за свои действия. Все тебе понятно? Да, ему понятно, но все. Это его работа. Хорошо, отлично. Открывается портал в галактическое ядро перед клеткой рептилоида. 1, 2, 3. А это моя работа, рептилоид. Ты готов уходить? Нет, он не готов. Его работа с этим не связана. С уходом в галактическое ядро. А с чем твоя работа, закрывая портал? А с чем твоя работа связана? Безнаказанно колбасить людей? Безнаказанно отсасывать энергию? Вот с этим связана твоя работа? С новыми технологиями. Хорошо. Я тебе отобью сегодня энергию от мана. И тебе, и Греем, любое желание к высоким технологиям. Я найду ключ. Он говорит, мы прогрессируем. Посмотри, где ты находишься, прогрессор. Посмотри вокруг такое себя. Случается. А ты знаешь, такое может случиться первый и последний раз. Такие встречи. Ты понимаешь, тебе здесь не рады, что ты вор и преступник. У нас на Земле таких бандитов называют, беспредельщик, которые в надежде, что с ними ничего не случится, творят зло. Ты творишь зло вместе с Греями. Все, закончили эту тему. Будут вопросы, я их задам. Все остальные молчат. Поехали дальше. Мы всех вытащили, переходим к чистке. Я даю команду тонкой копии Эрны спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены и низковибрационные энергии в ее биополе. 1, 2, 3. Каналы выстраиваются одновременно. Выстраиваются каналы к двум голограммам. 1, 2, 3. И к этим веревкам каналы выстраиваются. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены, низковибрационные энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродное по отношению к Эрне. Все, что она получила от них, возвращается к ним. Все назад пошло. Наблюдай, Вера, кому что идет. Ну, разное. К спроту белое, плотное что-то возвращает. Энергия жизни кому идет? Вернее, не, стоп. Это мы реверсом заберем еще. Все черное возвращается. Черт, что ты устал? Болезни, страх возвращается. Кому? Болезни и страх идет? Надо сейчас инсектоиду идет обжорство. О, питание, он говорит. Инсектоид, обжорство у тебя, значит, да? Хорошо. А сейчас, вот этому спруту сейчас вместо белое плотное пошло желе какое-то прозрачное. Спрут, чем ты ее наполнил? Ну, водой. Водой. Космической водой. А если я тебя сейчас наполню энергией атмана, что от тебя останется? Он говорит, я буду защищать. Да, давай посмотрим. В моих руках появляется энергия атмана. 1, 2, 3, я кидаю ее в спрута. Да, будет так, а так и есть. Давай, защищайся. Он говорит, что он уважает эту энергию. Да. А энергия... Но она карает. А есть еще посильнее, я тебе ее чуть позже продемонстрирую. Он говорит, что ты мне и так поджег. Я тебя не поджег. Щупальцы. Я еще даже не начинал, спрут. Я еще не начинал. Ты посмотришь, что сегодня будет. Ревер закончился. Ты за 23 года сегодня ответишь по полной программе вместе с инзиктоидом и всеми остальными. Мне надо только установить, сколько вы вреда нанесли этой душе.
Устанавливая фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса, Эрна забирает всю чистую, светлую, божественную энергию по этим же каналам и от двух голограмм, и от веревок, и от черта инзиктоида, спрута, гуманоида, грейва, рептилоида. Назад пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Вот сейчас мне интересно, Вера, посмотри, пожалуйста, кто энергию жизни воровал? Подожди, энергии первородные возвращают. Первородные энергии? На первородная душа. Первородная душа. Со всех каналов пошли. Ну все, сущности. Вы подписали себе приговор, все вместе. Особенно Грей с рептилоидом. Вы говорите, что это сладкие энергии. Кто говорит? Всех. Не знаю, информация идет. Сладкие энергии для всех, хорошо. Я сегодня продемонстрирую кислые энергии. Кроме черта. Ага. Мне вообще его здесь присутствие непонятно рядом с этими высокогерцовыми сущностями. Как он 3 года вообще находился? Это что, человек вообще за 3 года не понял всей энергии выше 4 герц или что? Он как-то очень напуган. Его кто-то напугал. Кто тебя напугал, черт? Он показывает. Я просто не пойму. По-моему, это демон. Где он? Он какой-то черный. Где-то стоп. Рядом с ней. Если черт, не в ней. Если черт связан с демоном, притягивает демона в клетку, тюрьму. Да, будет так, а так есть. Он не в ней. Где черт с ним не связан. Черт его боится. Он говорит, что я ни при чем. Какая была команда тебе? Какая команда? Я прячусь. От кого? Черт, я не знаю, он показывает, что черное в облике демона, черным цветом. Хорошо, есть эта черная энергия в образе демона в биополе, Эрны, вот микрон. Нет, нет. То есть он не входил, да? Нет. Черт, он тебя послал зачем-то туда? Нет, черт прячется от него там. 3 года? У вас какие-то там разборки идут или что-то непонятное, какие-то вещи? Если ты не хочешь мне что-то говорить, ты мне скажи сразу. Тогда я буду по-другому действовать. Я должен понять причины твоего присутствия в этом биополе. Я пока не понял. Даю тебе 2-й шанс. Он затаился. Зашел и затаился. Потому что демон зашел от какого-то высоковибрационного черного. Ну, демона, наверное, не знаю, черное что-то. Он тень показывает такую большую. Или в квартире она была, или с каком-то рядом с ней. А я это вижу как портал какой-то черный. Может быть, это и сущность такая. Что это было черное? Может, с ней? Портал. Знаю. Может, и портал. Понятно. Он значит, показывает, ты... он почему-то очень напуган. Это космический портал, это не демон. Черт, а как ты мог попасть вообще в космический портал? Такого значит, я еще не слышал. От него идет информация, что высоковибрационные демоны могут контактировать с космическими сущами. Высоковибрационные – это те, которые больше 40 Гц. Понятно, я знаю, таких встречали неоднократно. Его это очень пугает. Хорошо. Он это увидел и шарахнулся в первое попавшееся тело. Укромное место, скажем так. Это оказалось оно, с тех пор он притаился. Ладно, хорошо, черт. Мне это понятно сейчас. 3 года ты там притаился. Мы ждем окончания реверса, Вера. Готово. Хорошо, черт, давай тогда с тебя и начнем. Что ты установил в этом биополе? Есть что-то? Есть немножко. Хорошо, еще мне скажи, есть лярва в ее биополе? Да, да, много. Хорошо, черт. Ты мне ответил на мои вопросы. У меня нет никаких к тебе претензий, потому что я все понял. Поэтому я тебя спрашиваю, хочешь ли ты получить эти лярвы в дорогу, перед тем, как я тебя отправлю на твою чистоту? Что, не верит своему счастью? Нет, он показывает первородной энергией, что они могут его подействовать. То есть он не может негативно сам, на него. Не может сам снять их, да? Он боится, что они ему навредят. Хорошо, я могу сделать по-другому. Ну как? Если ты не хочешь, тогда не хочешь, тогда я уберу эти лярвы и уничтожу. Я же не могу. Он говорит, что он только одну бы снял снизу живота. Снизу живота, которая может. Да ладно, давай, выходи сначала, снимай все, что ты оставил в ее биополе. Ну, он место себе сделал, у него какая-то как... Лежаночка такая, да? Красная, да. Вижу. Хорошо, давай, вытаскивай и прямо оттуда доложи мне, что ты все убрал. Какой воздействие. Готов. Хорошо, разрешайте эту лярву с живота снять. Готово. Хорошо, все нормально, жив? Он руки расставил, показывает, как он заполнился, и теперь поднялась у него.
А, шерсть у них поднимается, да, точно. Хорошо, я даю команду. На счет три все лярвы, которые находятся в биополе Эрны, на счет три выходят и зависают перед ней. Один, два, три. Сила моего намерения, да, будет так, и так и есть. Они начинают шевелиться. Все выходят. У меня есть лярвы, которые вросли. Аккуратненько выходят. Спина. Ее будет ломать пару дней после чистки. Но это пройдет. Готово. Хорошо, я даю команду. Выстраиваю канал от Эрны к этим лярвам. Один, два, три. И реверсом забираю из этих лярв все частички первородных энергий, которые в ней находятся. Один, два, три. Пошел реверс назад, забираю только чистые, светлые, божественные энергии, первородные энергии, которые находятся в этих лярвах. Но очень мало энергии, это только соединение какого-то, нет? Мало энергии. Хорошо, отлично. Черт, будешь забирать это или уничтожать? Там нет первородных энергий. Ну вот сейчас он не верит своему счастью. Отправляю черту. Про запас, говорит, оставлю. Что? Про запас оставлю. Твое право. Хорошо. Так, черт у нас все сделал. Выходит инзиктоид, вытаскивает все, что он остановил в этом биополе. Свои инкубаторы. Отсасывает всю жидкость. Вообще никаких следов не оставляет. Я предупреждаю всех сразу. Я буду проводить проверку после того, как вы все вытащите. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Кто считает нас за идиотов, тот пожалеет, потому что мы найдем все. По каналам эта энергия сожжет того ответственного, кто что-то забудет или оставит в этом биополе. Я вас предупредил, такое случалось уже неоднократно. Чтобы этого не случилось, исполняйте команды. Никто не считает за идиотов. Грей говорят, что скорее мы здесь идиоты. Ну ладно, хорошо. Вы должны были уйти, если вы были двумя умными. Двумя голограммами. Это да. Я реально не могу вас умными назвать. Такого я еще не видел. Две голограммы. У инсектоида инкубатор, он как привязан внутри к разным органам. Еще и к органам. Значит, она еще воздействовала от этих органов, тянула энергии, да? Держалась на них, да. Это, если оно держится и пристегнуто, соответственно, человек испытывает боли. Ни один врач не в состоянии такие дать вообще какой-то диагноз с инзиктоидом. Готово. Хорошо. Выходит спрут, вытаскивает все свои, отключается полностью, вытаскивает все, что он оставил, отсасывает жидкость, чтобы вообще его генетического кода там и следа не осталось. Приступаю, спрут. Возвращайся в клетку, докладываешь мне о готовности к проверке. Ну, спрута сверху, голова, плечи, уши, виски. Ко всему подключен, вижу. Часть спины. И его инкубатор – это вот эти присоски какие-то внутри, голова. Хорошо. Готово. Хорошо, Грей, выходите, вытаскивайте все, что вы подключили. В ваших интересах ничего не забыть. Возвращайтесь в клетку и докладывайте о готовности к проверке. Не говорят, это тот случай, когда должен отключить рептилоид-лаборант. Хорошо, выпускаю рептилоида из клетки, рептилоид и лаборант отключаю. Я такое второй раз вижу, когда рептилоид отключают. Ну, потому что части отключили Грей, но есть еще какие-то части подключки, рептилоида, которые знают. Да, понятно. Готово. Хорошо, Грей, кто вам дает эти технологии? Откуда вы их получаете? Они собирают информацию по разным цивилизациям и сами производят. Понятно. На основе этой информации. Хорошо, значит, у нас остался один гуманоид. Я даю команду, все, что установил гуманоид, вся его конструкция подсвечивается. Значит, 3, 1, 2, 3, в биополе Эрны. Все его энергии подсвечиваются. Да, у него что-то большое. Плоть, ноги входят везде. Я даю команду, значит, 3. Эта конструкция безболезненно отключается. 1, 2, 3. До 100% безболезненно выходит из всех семи тонких тел Эрны и зависает перед ней в воздухе. Пошел процесс. Он как человеческая конструкция, человеческое тело такое так полностью вышло из него. Отлично. Выстраиваю канал от Эрны к этой конструкции. 1, 2, 3. И реверсом отдаю весь негатив, все патогенное, нездоровое, что было от этой конструкции и находится в биополе Эрны. 1, 2, 3. Пошел процесс. Возвращаем в конструкцию весь негатив от нее полученный. Боли, тяжесть. Все назад, все летит.
У меня даже дрожь какая-то от этой конструкции. Это когда он поднимал частоту вибрации, вызывая те эмоции и энергии, которые ему необходимы. Готово. Отлично. Устанавливали фильтр золотой сеточкой на всех на этом канале 1, 2, 3. И от конструкции забирает эти эрны. Возвращается назад. Да, будет так, а так и есть. Пошел процесс. Что идет, Вера? Идет белое что-то. Вот это и есть, видимо, костный мозг, который ему нужно было для его роста. Отлично. Причем это костный мозг не физического тела, а души. О, ну все, какой-то гуманоид. Какой-то стержень. Сегодня ты получишь полную программу. Стержень души, вот так идет слово. Стержень души даже ты украл. Она говорит, он вернее говорит, если она не может им пользоваться, кто-то же должен его использовать. Ты понимаешь, она не может дать тебе сдачи, а я могу дать тебе сдачи. Я тебе могу продемонстрировать все, что ты ей причинила. Ты сегодня это получишь. Он говорит, что вы сами не понимаете, какими энергиями обладаете. Живете на эмоциях. Свои силы не знаете. Как это не знаем? Отлично знаем. А ты понимаешь, что я могу сейчас дырку в тебе сделать? Что происходит, и то, что я стою в клетке, это очень редкое. Сейчас ты поймешь всю тяжесть ситуации, в которую ты попал, иначе тебе это никак не войдет в твою гуманоидную голову. Вы только можете ощущать, когда вы это чувствуете. Где твоя находится физическая копия? На твоей планете или на корабле? На планете. Звезде. На звезде Нибиру. Понятно, хорошо. Сколько ты находишься уже в этом состоянии? Я возвращаюсь. Подпитываю себя костным мозгом. А легально ли это? Где это стоит в законах мироздания? Здесь палка в концах. С одной стороны, это нелегально, а с другой стороны, вы спите и не просыпаетесь. Это тоже противоречит законам мироздания. Ваша душа должна развиваться. Понятно. А вы живете на чувствах. Понятно. И это дает право как паразиту подключаться к человеку, устанавливать в него конструкцию, отсасывать у него костным, вернее, мозг его души. Это другой вопрос. Да не другой это вопрос, гуманоид. Межгалактические законы, они действуют и на вас. Объясню чуть подробнее, как это все происходит. Ты знаешь прекрасно, что приходится за это отвечать. Есть такая инстанция, называется межгалактическая полиция. Она ищет таких, как ты, паразитов. Как ты думаешь, почему она ищет таких, как ты? Объясни мне. То, что я попал, я это уже понял. Я лишь объясняю положение вещей. Мы это знаем, что вы пытаетесь те, кто, по вашим разумению, стоит на ступень ниже, отсасывать их энергии, их ресурсы воровать. Неправда, вы не стоите на ступень ниже. Я говорю, что ваши души приходят за развитием и осознанностью. Но придя на Землю, вы забываете это. Живете на эмоциях. Хорошо. И материальных благах. И это дает мне баланс. Тебе дает. Хорошо. Посмотрим, как твой баланс будет выглядеть к концу сеанса. Поехали дальше. Реверс закончился. Мы все забрали. Отлично. На счет 3 устанавливаю эту конструкцию в гуманоида. 1, 2, 3. Устанавливается в те же места, подключая ее. Включая на полное, на 80% отток энергии, пока не упадет. 1, 2, 3. Пошел процесс. Почему вы не развиваетесь, гуманоиды? У вас есть осознанность. Ты мог бы не попасть в эту ситуацию. Но сейчас ты на себе ее испытаешь. Так она ему ничего не делает. Дело в том, что он именно это и делал. Синхронизируясь этой конструкцией, только забирая у нее вот этот костный мозг. Она ничего не делала. Хорошо, Влад. И вводя в себя. Хорошо, Влад, найди его тонкое место, его защиты. Сожги ее лазером. Ну, это как шейный какой-то. Отлично, сожги ее. Давай, сожги ее удар лазером туда. Прекрати. Пока не сожгет, Влад, продолжай. Убери его защиту полностью. Готово. Отлично. И теперь, включая, перепрограммирую эту конструкцию на отток энергии. Она забирает 80% энергии гуманоида. 1, 2, 3. Пошел процесс. Включая на полную мощность. Он говорит, что ты не можешь перепрограммировать конструкцию гуманоида. Она полностью построена на наших энергиях. Хорошо. Убираю эту конструкцию. Идет другую клетку. 1, 2, 3. Накидываю на него свою энергетическую сетку. 1, 2, 3. И забираю у него 80% энергии, уходит в эту сетку. Пошел процесс. А так будет работать?
Он говорит, что мне нельзя истощаться. Так работает. Отлично. Я открываю портал над его клеткой и включаю свет. Пошел свет любви отца. Он уж тебе говорит, темно что там в клетке. Нельзя. А как можно было входить в это биополе? По-вашему, это называется обезвоживание. Убери Бывает? Сетку. Ты и так и делал. 80%, как я и сказал, ты отдашь. Готово. Отлично, все. Выключаю сетку. Сетка уходит в соседнюю камеру. Все. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. А на связи наблюдаю за твоей эксгумацией. Ли, я прошу прощения, но просто здесь 15 лет Нибиру. Посмотри, пожалуйста, он там за ним не тянется след. Она питает его тело и дает ему определенные энергии бодрствования. Подожди, там хранится память, помимо всего другого. Ли, скажи мне, это же, по-моему, серьезное такое вмешательство. Да, то есть он может просматривать память ее жизни этой души через костный мозг. Вот как. Ну, хорошо. Это твой клиент, я понимаю? Да, это наш, забираем. Хорошо. Не его забрали. Конструкция уничтожена. Хорошо, под конструкцией открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Она уходит на переработку. Сетка открывается внизу, портал. Подожди, не открывается портал. Грей, может на вас закинуть, накинуть эту сетку вместе с рептилоидом, а? С двумя голограммами. Вы видите, какие последствия случаются? Ну, не хотел, чтобы ты отпустил. Может, просто отпустишь. Грей, ты серьезно вот такие вещи говоришь? Накинешься на нас сетку, откачаешь энергию. Угу. Это будет твоя месть. Нет, я еще сожгу. Когда ты отличаешься от нас. Я еще сожгу ваш корабль, вот этот маленький, который у вас там находится. Вы же благородные, честные. А как же ты мог к благородным и честным приходить? Мне неизвестны эти чувства. Ну, видишь? А как я тебя познакомлю с этими чувствами, что испытывает человек от твоего воздействия? Как ты можешь понять в своем мире, что определенные вещи нельзя делать? Ваше преимущество в том, что вы можете прийти на Землю, а человек пока не может прийти к вам. И вы используете это в паразитарных целях. Потому что вы... развитие. Я считаю, что недооцениваете человеческую душу. Ладно, это пустой разговор. Открывается портал под этой сеткой в галактическое ядро 1, 2, 3. Она уходит на переработку в чистую первичную энергию. Идем дальше. Он говорит, что это мы недооцениваем человеческую душу. Они четко понимают ценность души. Ладно, хорошо. Оставим на этом месте. Единственное, что вам нужно было сделать, это посмотреть чуть-чуть в будущее и понять, куда вы попадете и что может случиться в таких случаях, когда вы попадаете к чистильщику, который очень не любит, когда на человека сильно воздействует двумя голограммами. Кроме того, мне пришлось о вас... Усовершенствованные копии. Мы надеялись, что не случится. Грей, давайте сделаем так. Вы сделаете сейчас запрос... ментальный запрос в свою цивилизацию. Мы знаем, кто. Вы уже знаете все. Хорошо, значит, я тогда не буду вам объяснять, что у меня есть договор с вашей цивилизацией. Отлично, под двумя голограммами открывается ГРФ, открывается портал в галактическое ядро, они уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Под веревками инзиктоида открывается портал в галактическое ядро, они уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта 1, 2, 3. Черт уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, инзиктоид. Ты все понял? Стучит ножками опять, понял. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инзиктоида 1, 2, 3. Инзиктоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Спрут, я мог тебе сегодня связать твои лапки и наказать тебя, и уменьшить, и сделать тебе больно, но я этого не сделал. Я взываю к твоему разуму, если у тебя таково есть, не приходи к человеку больше. Все понятно? Но он заглатывает это как-то, понятно ему. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута 1, 2, 3.
Спрут забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. И, конечно, он придет к человеку, только не к ней. Готово. Пока человек не начнет сам бороться против своих, против этих интерферентов, ничего не будет. А человек не понимает на 99%, что они существуют, и вот они стоят в клетке. Так, Грей, что мне с вами делать? Отпускать. Наказывать вас и рептилоидов. Мы уже наказаны. Я надеюсь, мы второй раз... Своим провалом. Я надеюсь, мы второй раз с вами не встретимся, потому что я второй раз очень неохотно встречаюсь с одними и теми Греями или рептилоидами. Если они не понимают. Такие случаи были, тогда я их уничтожаю. Вот. Я не хочу, чтобы это случилось. Я не хочу, чтобы у вас были какие-то проблемы. Хоть у вас чувств нет, но я рекомендую вам сделать вывод из этой ситуации. Она связана не с тем, что вас нашли, а с тем, что вас будут находить все чаще. И человечество просыпается. У нас есть чувство, мы разочарованы. Хорошо. В наших технологиях. Нам нужно работать больше. Я вам объясню причину. Причина находится в этой комнате. Это вот этот сканер, который стоит. Вы видите его? Все, что вы завтра изобретете, он знает. И это никогда не изменится. Единственная проблема, то, что нас мало. Это ваше преимущество. Но я могу находить все ваши разработки. Вы сегодня придумали, завтра я знаю. Вот, поэтому передай в своем мире, что если вы хотите, чтобы наш договор с вашей цивилизацией, мой личный договор, оставался в силе, придерживайтесь правил. Это значит, когда вы обнаружены, вы должны сразу выходить. Вы не должны воздействовать и пытаться испытывать свои присадки на мне и на вере. Как же нам развиваться? Если есть вопросы, найдите решение. Но я не даю своего согласия на это. Все. Вот так мы с вами договорились, вернее, с вашей цивилизацией. Вот. Если вы будете прятаться, я буду это воспринимать как вызов мне или объявление войны. Все. Вот моя позиция. Мы слышали твою точку зрения. Хорошо. Открывается наверху два портала. Один на чистоте Греев, один на чистоте рептилоида. Рептилоид уходит на свою чистоту. Грей забирает все, что они принесли, если что-то осталось, и уходит на свою чистоту. Забирает опыт этой встречи. Закрывая, печатая, растворяя. Затянулось чуть. Готово. Хорошо, поехали дальше. Все, поехали по частотам. Есть. Отлично. Эрна, мы закончили с вашей чисткой. Как вы себя чувствуете? Великолепно чувствую. Вы помните, как вы в начале сеанса стояли в слезах, перепуганные, не знали, что делать? Я вам сказал, все будет хорошо. Не надо вы ничего. Вы почистили мою душу. Держите эту чистоту. Заполняйтесь энергиями. Числа вы знаете. Скидывайте негатив, выдавливая из себя шар, чтобы он вас не собирался, и все будет хорошо. А сейчас мы будем возвращать вас назад, ваш биоробот. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Эрны в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Пошел процесс. Готово. Отлично. Отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.